Растущая технологическая сложность промышленной продукции требует применения более точных методов контроля геометрии деталей. Особенно актуальна эта проблема в оборонной промышленности и в производстве, ориентированном на международный рынок. Разработанные в прошлом веке координатно-измерительные машины стали важнейшей частью промышленности развитых стран. Эти машины реально помогают создавать современные технологии и ускоряют их реализацию. КИМ, помимо размеров, определяют математическую модель формы изделия, что в современных технологиях становится необходимым. В развитых странах вклады в метрологию доходят до 80% от затрат на развитие новых технологий, что способствует быстрым разработкам и надежным результатам. В Германии более жесткие допуски на измерения позволяют получить до 20% более качественной продукции. ООО «Лапик» производит шестиосевые координатно-измерительные машины. Это новое поколение измерительных машин, впервые обладающие технологией шестимерного сканирования. И впервые точность машины не зависит от прямолинейных направляющих. В дополнение ко всем возможностям традиционных машин, они способны контролировать поверхности, закрытые от прямого доступа. Шестимерное движение каретки с измерительным датчиком увеличивает производительность и точность машины. Перед вами шестимерное сканирование. Наклоны щупа в глубоком отверстии обеспечивают касание только эталонной сферой с прецизионной точностью. Традиционным КИМ это недоступно. Мы специально разрезали деталь, чтобы показать шестимерное сканирование. Это ощупывание и отсутствие лишних калибровок ускоряет контроль крышки в 3 раза. Сложные формы с невозможностью прямых подходов измеряются за одну установку щупа. Производительность и точность измерения увеличивается за счет отсутствия смены положения поворотной головки и дополнительных калибровок. Для контроля зубчатых колес не требуется поворотный стол. Теперь ни стол, ни базировка не вносят погрешности. Эта деталь требует особой точности тороидальных канавок, их расположение между собой и по отношению к внутренней сфере. Плавно управляемый наклон щупа позволяет быстро и качественно контролировать точные внутренние поверхности. Шестиосевые машины имеют серьезные преимущества в измерении мелкоструктурных изделий, таких как зубчатые колеса с модулем от 0,2 мм, резьбы с малым шагом, поверхности с внутренними радиусами от 0,1 мм. Новый шаг в измерении мелкоструктурных деталей сделан за счет создания специальных программ для калибровки щупов игл,
так как изготовление щупов с прецизионной сферой менее 0,1 мм затруднительно до невозможного, программы калибровки находят реальные участки щупа, пригодные для высокоточных измерений. При измерении поверхности им производит наклон так, что игла касается только разрешенными участками. При такой технологии измерения щупы иглы имеют радиус от 15 микрометров, и их непрецизионность не мешает получать субмикронную точность. Высокая производительность измерения стала возможной благодаря малой массе каретки и отделении силовой части машины от измерительной. Скорость сбора точек возрастает до 10 раз. Большинство движений поворотной головки заменены управляемым наклоном щупа, что также ускоряет производительность. Значительно сокращено применение дополнительных оснасток. Важная особенность шестиосевых КИМ – локальные измерения. Малогабаритные детали могут измеряться с высокой точностью на машинах всего модельного ряда, в том числе самых больших. Вот турбина молекулярного насоса, имеющая микроканавки с допусками вдоль микрона, измеряется на большой машине КИМ-1200 с высокой точностью. Свойство локальных измерений стало возможно благодаря соблюдению основополагающего в метрологии принципа АБ, что на прочих машинах в силу конструкции невозможно. Оригинальная измерительная головка LAPIC работает на принципе токов утечки. Чувствительность датчика менее 0,5 микрометра. Специалистами ООО «LAPIC» постоянно ведутся работы по совершенствованию выпускаемой продукции. Расширяется модельный ряд КИМ, постоянно проводится мониторинг работы КИМ у потребителей. По желанию заказчиков, КИМ дополняются новыми опциями как в программном оснащении, так и в создании новых технологий измерения. КИМ «LAPIC» успешно работают в России и за рубежом. Высоким показателем надежности является то, что за 18 лет эксплуатации из строя по техническим причинам не вышла ни одна машина, сохранив при этом полное соответствие паспортных параметров. Этому способствует новаторская конструкция и программное обеспечение. Они делают КИМ независимым от механического износа. Отсчет перемещения осуществляется лазерными интерферометрами от неподвижной рамы, что впервые достигнуто в конструкции, так что возможны даже наноизмерения. Измерения не зависят от направляющих, что обеспечивает долговременную стабильность точности. Программное обеспечение достаточно обширно как в области самозащиты от случайностей, так и в обработке измерений до нужных результатов, понятных заказчику, как в области стандартных поверхностей, так и специзделий. Машина оснащена программами для поддержки работы с разнообразными измерительными датчиками и устройствами российского и импортного производства. Наличие виброзащиты делает возможным работу в цеховых условиях. КИМ работает только от электросети. Подвод сжатого воздуха не требуется. Механизм самокалибровки позволяет сохранить паспортную точность машины в течение всего срока эксплуатации. Решения, используемые в КИМ LAPIC, подтверждены более 20 патентами. КИМ LAPIC является официальным средством измерения по стандартам ISO и включены в Госреестр средств измерения Российской Федерации. КИМ LAPIC представлялись на международных выставках в Вашингтоне, Лейпциге, Ганновере, Пекине, Милане и Москве.